Всем привет, меня зовут Жарко, это мужская кулинария. Сегодня будем готовить стейк-салат. За приготовление салата сначала сделаем соус. Значит, нам понадобится оливковое масло, соевый соус, творческий соус и дижонская горчица. Добавляем перец и соль. Соус готов. Нарезаем айсберг салат. И салат Лола Рос. Заправляем немножко соуса. Салат смешиваем. Значит, берем кусок говяжьей вырезки и нарезаем на пластинки. Берем болгарский перец красный. Я очень люблю перец красного цвета добавлять в салат. Поэтому, что он дает такой контраст. Болгарский перец тоже нарезаем салатом. И все вместе обжариваем на сковороде. У сковороду наливаем оливковое масло и обжариваем мясо. Добавляем сливочное масло. Берем помидор и нарезаем кубиками.